День добрый! Быдло, разбойники, схизматы, на колени! Перед вельможным гетманом, на колени! 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 Я зарублю вам! Быдло! Что? Замок добрый, облог до черта. Видишь, одна укусила. Станешь говорить! Ой-ой-ой! Станешь! Ой-ой-ой! Меня что-то плохо укусило. Развелось их тут. Давить их надо. Сиди! 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 Ой-о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 й! Кусается. Ничего. Скоро хмеля привезут сюда. Ой-ой-ой. От него все блохи сдохнут. Сдохнут! Да гости! Спрячь. Спрячь там. С ними надо говорить не так. Слушайте, хлоп. Так, пан. Сегодня ночью вас будут пытать раскаленным железом. Так-то. А завтра вас посадят на высокие колы. На высокие? Так. Так-так. Чтобы мы из окон видели, как вы будете плясать. О, хорошо, пан, хорошо. Колы будут медленно проходить у вас внутри. Так-так-так. И только к вечеру выйдут через горло. Через горло? Так. Ай-яй-яй-яй. Поняли? Поняли, мосты гетьмане. Благодарим за ласку. Вот такой разговор, хлопы понимают. Да. И даже благодарят. У вас доброе сердце, ясно вельможный гетьман. Доброе сердце. Не откажите нам, грешникам, перед смертью в просьбе. Проси. Прикажите посадить нас на низкие колы. Почему на низкие? Почему? Так или иначе они выйдут через горло. Нет, ясно вельможный пан. Если мы будем сидеть на низких колах, то вам, ясно вельможный гетман, и вот всему вашему панству будет сподручнее целовать нас в голый зад.